Привет всем болельщикам оранжево-черных! Вы смотрите дневник сборов «Шахтера» и прямо сейчас о том, чем запомнился предпоследний день пребывания горняков в Рио-де-Жанейро. Жара не отступает в Рио. Вот уже пятый день столбик термометра днем не опускается ниже 35 градусов. В небе ни облачка. Не спасают от палящего солнца даже воды Атлантического океана. Но шахтеру не привыкать к экстремальным условиям для тренировок. Все же лучше бегать при плюс 30, чем при минус 20. Утром команда уже традиционно отправилась на пляж. Пробежка по побережью, волейбол на песке теперь стали неотъемлемыми атрибутами подготовки в Рио. Сегодня на тренировке состоялось сразу несколько знаковых эпизодов. В гости к шахтеру приехали маленькие футболисты. Ребята занимаются футболом в рамках социального проекта под названием «Зико-10». Мирча Луческу тут же раздал им оранжево-черные футболки, позвал нескольких игроков, и все присутствующие стали свидетелями любопытного матча. А к концу тренировки на пляже появился легендарный Зико. Мирча Луческу вручил приятелю и коллеге футболку с цифрой 10 и надписью «Зико» на спине. Обязательно фото на память, ведь неизвестно, побывает ли в этих краях шахтер еще когда-либо. Как видите, футболка сидит на мне отлично. Самое главное – это хорошо принять шахтер, и я думаю, что мне это удалось. Мы теперь будем чаще видеться и чаще общаться с мистером. Кстати, прибывшие вчера в тренировочный лагерь горняков Бернард и Дуглас Коста пока занимаются по отдельной программе. Нам удалось пообщаться с двадцаткой шахтера и узнать причину его опоздания. У меня были личные проблемы. Пусть болельщики не переживают, я никуда не исчез. Я извинился перед мистером за то, что опоздал на сбор. Так что я здесь, готов тренироваться вместе с командой. Очень хорошо, что шахтер приехал сюда готовиться к сезону. Здесь много наших болельщиков, которые любят нас и следят за нашей игрой. Это очень хорошо, быть с ними и тренироваться здесь, в Бразилии. Около полудня делегация «Шахтера» во главе с генеральным директором Сергеем Палкиным отправилась почтить память бывшего игрока оранжево-черных Майкона. Напомним, бразилец трагически ушел из жизни в феврале 2014 года, попав в автомобильную катастрофу в Донецке. Учитывая двухразовые тренировки футболистов и жесткий спортивный режим, игроки не смогли отправиться на кладбище. От имени клуба и команды цветы к могиле футболиста возложил генеральный директор «Шахтера». Напомним, свой первый матч в рамках тура по Бразилии «Шахтер» проведет 16 января. В Сальвадоре горняки померяются силами с футбольным клубом «Байя». На этом все. Смотрите наши дневники, будьте в курсе всех событий и до встречи завтра!